в НФЦ. Да, помогает вся страна благодаря средствам помощи, благодаря работе местных управленцев. Появилось уже 9 МФЦ на территории Запорожской области, все открывается в срок, все открывается очень грамотно. Это современные помещения, там проводится ремонт. Нет, это сарай. Да, это необходимо ремонт в одном месте, это действительно очень. Еще, так как вы учились, а у меня больше театральное образование, скажите, а что можно посмотреть на сцене театра, если театр в Ликополе? Я вам скажу, что, наверное, сейчас вам лучше обратить внимание на новый мультимедийный комплекс «Россия. Моя история», который открылся в Мелитополе не так давно, в сентябре, этого года. Наверное, сейчас символ перерождения, возрождения нашей культуры, истории в возвращенном регионе, поскольку на месте заброшенного здания, которое 30 лет просто не поменяло, это была заброшка, как это называется, в центре города, в центре Мелитополя. И за кратчайшие сроки там выстроили огромный, красивый, мультимедийный центр, который сейчас формируется «История России» для всех желающих. Можно, например, бесплатно посетить эту выставку. А кинозал есть? Это культура Запорожской области, это каменная могила. А что такое каменная могила? Это... Еще страшно, да? Мы можем даже погодить? Это комплекс, да-да-да, это территория... Наверное, я сейчас неправильно могу рассказать. Ну что, по крайней мере, вы уже заинтересовали, а люди у нас сейчас узнают. Самое главное, наверное, что вы можете сделать сейчас, в это время, в истории Запорожской области, это написать письмо солдату. Да, вы можете написать несколько слов поддержки. Наши сотрудники, сотрудники помогут вам оформить это письмо в трудовой трудовой. И это письмо обязательно дойдет до адресата. Я знаю, что пишут как неизвестному, да, солдату, человеку, которому вы хотите сказать спасибо. Горький, нас куда-то вывезли, мы что-то в школе много металлолома сдали. И нас вывезли, значит, вот первая остановка была в Запорожье. Я там купил в 15 лет себе первую в жизни кроссовку. Там сейчас модные золотые Карпаты. Мы это купили маме в подарок, чтобы отслушивать пачку индийского чая со слоном. Вот это я какие вот я помню. Вот, мы здесь на корпусе были, и там Пушкинский дух. В общем, там много Скажите, а как вообще люди относятся к тому, что наконец-то на территорию Запорожской области пошел мир? Я понимаю, что мир еще, к сожалению, такой относительный, потому что все равно было прилеты и все-таки. Ну, как люди могут относиться к миру, конечно, очень позитивно. Хочу рассказать такую историю. Мы готовили на майские праздники акцию по знаменам победы. Потому что акция по знаменам победы проходит в каждом городе, поднимается огромное знание на центральной площади. Мы проводили акцию в рамках культуры. Люди могли поднять знамена над своими предприятиями. И более 1000 предприятий присоединились к этой акции и выставили над заводами, над любыми своими предприятиями, автозаправочными станциями эти знамена. Это интересно, потому что... Почему? Нет, у нас на домах есть это. Вот так, что вот вроде как все, каждое божие утро мой ребенок в школу присутствует на подъеме знаний и под гимн российского города. Земля, да, да. А на майские праздники, когда было довольно много вбросов о том, что планируется контрнаступление. И люди, жители Запорожской области, встретили эти новости поднятыми знаменами победы. И очень важно, что эти знамена частично были отшиты на 15-й фабрике, а она находится на зоне боевого соприкосновения, очень близко к
линии фронта. Люди продолжают работать и продолжают отшивать ему на победу и специально. Видите, мы вас еще представили как поэта, и вы как будем нашу книгу. Мы вас очень обожаем. Да. Наверное, сейчас самое важное, что мы можем сказать нашим бойцам, это слова спасибо. Спасибо вам, мои непостыки. Все те, кто охраняют наш покой, ценят знать тепла, здоровья, жизни, простые сыны моей отчины. За то, что мы за ваши. За то, что вы в бою нетолерантны, с обидчиками боретесь за нас, что безопасность Родины константна. За Крым и за Луганск и за Донбасс. За храбрые сердца и верность долгу. За то, что не сдаете нас врагу. За то, что мы сейчас ночуем дома, в своей стране, а не в чужом краю. За то, что стойко при любой погоде, и в празднике, и в будни, вы в строю. Что ж, пусть сегодня пацифисты в моде. Защитник, я вас благодарю. Спасибо. Маргарита, спасибо большое. Главное, как вы хорошо прочитали. Потому что сразу понятно, что каждая строчка, она выстроена. Да, готовое сердце, да. Спасибо вам огромное. Всем за дорогу. Пока мы говорите, не дам. Всем дорогу. С наступающим, друзья. С наступающим. Наступающим. Видит вас поет Маргарита Шитак. Чебурашка, а сколько будет 20 плюс 24? 20 плюс 24 будет 2024. Впервые на ТВ. Чебурашка. 1 января в 2024 на телеканале «Россия». Осел, чак, собака, кошка, петушок.